мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православных христиане празднуют Прокопьев день. По церковному календарю православной церкви сегодня чтит память апостола от 70 Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апсии, благоверного князя Ярохолка во святом крещении Петра Владимира Волынского, благоверного князя Михаила Ярославича Пескова, мученицы Сикилии и мучеников Валериана, Тивуртия и Максима, мученика Прокопия Кесарийского чтеца, мученика Менигна, преподобного Агавы Измаильтянина и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Поздравляю всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной. Коварные дуганы смущают.